Краевая столица вошла в топ-10 российских городов, недорогих для путешествий. В исследовании популярного интернет-портала принимали участие 83 столицы республик, краев, а также областные центры страны. Подсчитывали бюджет путешествия вдвоем на уикенд, который включает проживание в недорогой гостинице в центре города с субботы на воскресенье, ужин в местном ресторане и посещение популярного городского музея. На первом месте топа находится Брянск с результатом 1730 рублей на двоих. Краснодар – на 9-й строчке с бюджетом 2160 рублей. При этом исследователи рекомендуют посетить музей имени Фелицина.